такой проект абсолютно уникальный для страны, потому что Вологодская область занимается им 25 лет, и, наверное, вообще не так много проектов, которыми так долго, последовательно, системно в регионе занимаются. Это за последние годы, ну, это стало такой очень точкой не только на карте Вологодской области, а на карте страны. Вот. И для нас это особенно важно, потому что мы действительно изучаем лучшие практики, лучший опыт, потому что сейчас туризм, как вы знаете, как бы передан в ведение Министерства экономического развития. Заехали, мы посмотрели, значит, новый аэропорт, который в ближайшее время откроется. Это, конечно, гигантские шаги по линии транспорта, которые одновременно с этим создают новые возможности для регионального развития, для развития туризма. Есть еще огромное количество вызовов, решений, которые необходимо нам в самое ближайшее время воплотить в жизнь. Прежде всего, мы ставим перед собой внутреннюю задачу наращивания вообще туризма в целом в этот регион, в Великий Устюг. Соответственно, хотим увеличить пассажиропоток в 3 раза, то есть более 1 миллиона туристов хотим принимать в Великом Устюге. Что в связи с этим требует от нас определенных действий? Да? То есть, прежде всего, это места размещения для людей. Сейчас это является одним из самых узких мест, потому что люди приезжают, интенсивно приезжают. Одной из дополнительных задач, которая у нас остается, это вывод нашего уже действующего, да, можно сказать, аэропорта на следующий уровень, для того, чтобы мы могли принимать сюда из южных регионов, из Урала. Для этого потребуется дозаправка воздушного судна и, соответственно, дополнительная модернизация. Сейчас мы входим в новую программу, это комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры, который потребует в том числе федерального финансирования, это порядка 500 миллионов рублей.